Здравствуйте, меня зовут Виталий Кириллов, и я вам расскажу одну историю из моей жизни. Я столкнулся с проблемой, что когда я работал инструктором по горным лыжам, у меня постоянно мокла обувь, и я не мог ее высушить за ночь. Я пробовал разные способы, сушилки разные, батареи, печки, все, что только мог, но ничего качественно не помогало. И потом я нашел вот такой замечательный способ, это сушилка для сушки обуви, производится в Украине. Все очень просто, вы ее включаете в 220, и она начинает греть. Через минуту вы уже почувствуете, что она нагревает. Просто засовываете ее в ботинок, сгибаете, и сушилка уже работает. И очень хороший вариант для лыжников и сноубордистов, такая же сушилка, только увеличена в 2 раза. Вы ее можете сгибать вот таким образом, для того, чтобы просушить как подошву, так и халяву. Подойдет для больших сапог, рыбаков, для тех, кто носит большую обувь. И я теперь решил свою проблему, и у меня никогда обувь и ноги не мокрые, потому что я всегда пользуюсь этой замечательной вещью. О, уже горячая. А ну, потрогай. Кстати, температура 50-60 градусов. То есть вы ничего не спалите, но отлично высушите. Спасибо вам за внимание. Покупайте сушилки для обуви и горнолыжных ботинок на моем сайте курорт-буковель.ком. Спасибо за внимание.